Разобрать по косточкам сложные случаи. В минувшую субботу в точке кипения впервые в регионе прошел лекционно-практический интенсив для ординаторов, травматологов и ортопедов ЦФО «Ортостеп». Возникло у нас внутри нашего профессионального сообщества травматологов, ортопедов. Скажем так, она пришла в свое время мне в голову, я предложил это сделать коллегам, получил довольно активную поддержку внутри сообщества, но, как вы понимаете, подобные вещи очень сложно организовывать, и я вынужден был прибегнуть, скажем так, не вынужден даже был, а попросил своих друзей, коллег и партнеров из Ивановского хаба организации World Global Shapers, которые активно меня поддержали, я сам являюсь членом этой организации, и в итоге у нас родилось такое замечательное событие. Проект общественный, вся организация за счет спонсорских средств. Семинар посвящен вопросам современной ортопедии и инновационным технологиям в сфере травматологии. Пригласили сюда и студентов, которые еще не определились со специализацией, и начинающих врачей. Единственным и самым важным условием участия был опыт работы. Он не должен превышать 3 лет. Сегодняшний формат уникален тем, что мы собрали здесь самых, в общем-то, выдающихся врачей. В первую очередь врачей Ивановской области, Ярославской, Владимирской области. И постарались максимально сжатые сроки передать максимально возможный объем информации именно от опытных коллег, нашим молодым коллегам. Интенсив длился весь день. Для начинающих специалистов подготовили обширную программу. Лекции, семинары, кейс-дискуссии и, самое важное, практические сессии. Молодым ортопедам позволили самостоятельно провести операции на муляжах костей. Люди намного более опытные, чем мы, студенты, чем ординаторы, нашли время для нас и пытаются поделиться опытом. Также мне очень понравилось, что здесь очень много уделено практике. По крайней мере, раньше я такого не видел. По словам врачей, травмы – эпидемия постоянная. Число больных не зависит ни от сезона, ни от погоды и ежегодно растет. Поэтому так важны квалифицированные кадры. Специалистам необходимо знать, как выполнять операции не только в теории, но и на практике. После подобного интенсива, шутят участники, рука в ответственный момент точно не дрогнет. Пока еще мы только начинающие, поэтому нам как бы на операциях это не дают. Но я думаю, что в дальнейшем мы будем пробовать это все, чтобы научиться и уже пойти нормальными специалистами работать через 2 года. Интенсив организаторы признали успешным. Сессию посетили 40 участников из Ивановской и других областей. Сейчас подумывают над тем, чтобы проводить подобные семинары и для других направлений медицины. Максим Серебряков, Мария Попова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.